Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и председатель городской думы Константин Пинчуков наградили ветеранов медалями 75 лет Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в концертно-досуговом центре «Октябрь». Всего медали получили 14 ветеранов и тружеников тыла. Также на встречу были приглашены юнармейцы, волонтеры и общественные организации. Я спросил у своей мамы, а как быть, как воспитывать детей? На каких правилах, на каких ценностях? И она мне сказала слова, которые я исполняю на сегодняшний день. Она сказала: Максим, что бы ни происходило в нашей стране, есть вечные ценности, есть вечные правила. И эти ценности и правила сформированы теми людьми, кто воевал и трудился в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, по указу президента ветеранам положена единовременная выплата в размере от 50 до 75 тысяч рублей. В эту категорию входят ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и члены их семей.